День начинающего предпринимателя как отдельное мероприятие было организовано впервые. Это была встреча-знакомство друг с другом, с коллективом торгово-промышленной палаты, управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта. В дальнейшем, по предложению главы района Валерия Гаврилова, в этот день будут проводиться более неформальные встречи. В своем вступительном слове Валерий Гаврилов отметил тот факт, что сегодня молодые амбициозные предприниматели очень нужны экономике как страны в целом, так и района в частности. Главное – найти ту нишу, которая будет приносить не только удовольствие от предпринимательской деятельности, но и прибыль. О том, какую помощь начинающим предпринимателям может оказать торгово-промышленная палата, рассказал Иван Белянин, генеральный директор палаты. В частности, существует бизнес-инкубатор как структура поддержки малого бизнеса. Более подробно о поддержке именно начинающих предпринимателей рассказала Анна Полякова, руководитель бизнес-инкубатора. Из тех возможностей, что предоставляются начинающим предпринимателям, это юридическое сопровождение, бухгалтерия, содействие в получении финансовой поддержки и так далее. С 2010 года, с момента открытия бизнес-инкубатора, было выпущено 35 резидентов, из них 25 действуют по сей день. Депутат Совета депутатов городского поселения Дмитров, заместитель председателя Палаты молодых депутатов Московской областной думы Александр Корнев отметил, что вести свое собственное дело очень интересно. Сам он с 18 лет осуществляет предпринимательскую деятельность и, по его словам, ни разу не пожалел о своем выборе. Все возникшие во время встречи вопросы присутствующие смогли задать после. Самое главное, что желание стать молодым предпринимателем у некоторых стало еще больше. Thank you.